Че, плохо слышно, я вроде ничего не изменял. Нашел контракт, разведка. Задача проста. Отмечу, добыть больше разведка. Денег, чем противник. Подтверждаю, контракт разведка. Боец, отметь точку высадки контракт для команды. Ликвидацию. Понял. Ну, все, давай. Давай падаем на дальний. Вот на эту. Контракт на ликвидацию. Понял. В районе операции высаживается противник. Следи. А вот и цель. За работу. По мне стреляют. Блин, сирота, ты меня тут сбил с панталыги. Блин, я думал, это я на тебя тут обрел. По мне стреляют. Иван, что-то я не знаю даже, что это. Ну, у меня микрофон просто в наушниках. Вот, у меня нет такого настольного микрофона. Стоят еще. Дерьмо микрофон. Чоп, ну, чоп чему? Нет, просто я брал вот, ну, знакомый микрофон, там он пишет намного, ну, все четко и хорошо. Вот, а я записываю. Надо кому-нибудь. Просто пока, как бы сказать. Противник высаживается в районе операции. Финансов нету. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Твою мать! Контакт! Контакт! Я пока в отпуске. С финансами проблема. ДНС рядом, да, прям, ну, полторы минуты идти. Куплю, но чуть позже. Вот когда ты приходишь, ну, на стрим, и всегда я приходит готов. Народ смотреть. Тебя сегодня не было, было два человека всего. Противник высаживается в районе операции. Все, понял. Все, принял я, принял. Все к сведению. Я под обстрелом. Отмечаю транспорт противника. Отмечен контракт разведка. Да как так-то? Ну как так-то?
Да, блядь, не цепляйся ты за край крыши. Союзник начал кластерную бомбардировку. Я вообще потерялся во времени. Заблудился. Не в стрелку берез. Нет, это я тебя понимаю. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Цель уничтожена. Хорошая работа. Цель на ликвидацию отмечена. Убейте ее. Ну ты че имеешь в виду? Стырить у них что-то, да? Ну что, перенять, да? Сразу дёр отсюда нафиг. Я блин, вообще вы... Надо кому-нибудь? А, он наверху засранен. Цель уничтожена. Не понял, хорошая работа. Не понимаю. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. Вооруженный боец. По мне стреляют. Я еще жив. Да и должен быть жив. Так. Теги. А, вот, кстати, вот с ними вообще проблем. Я много смотрел, что-то я так и не понял, как их добавляться. И стал им через решетку, там что-то слит, там пробелы какие-то, на что-то делать. Вообще что-то я никак не понял. Основное задание выполнено. Разведданные найдены. Вооруженный боец. Обозначаю точку сбора. Противник движется. Убейте ее. Отмечен контракт разведка. Не, я что-то никак не... Я просто не разберусь никак, как это, ну, правильно тег добавлять. Его куда добавлять надо? Ну, под видео там в описании. Меня где? Заметили. Или вот тоже в этом вот. Шов на месте. Ну, где ссылки все берешь на донат, на все. Это... Пришло время раз. Донат. Альтер вот этот. Нашел контракт ликвидации. Цель уничтожена. Хорошая работа. Ну, где-то, ну. Под видео добавлять надо, да? А, теги, блять. Не хэштег. Или. А, тег это хэштег, да? Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Ну, его как добавлять? Просто пишут под ним, что, ну, решетка, все слитно, да, пишешь? Что-то такое, я просто, блядь, уже запутался пока. Над нами вражеский БПЛА. Слишком много на мою голову, блин, свалил за эти дни. А, это когда я... А, нет, это не то, блин, так.
Найди и захвати деньги. Ну, это типа, внимание, добавляя описание к видео внизу, да, вот где вот был донат и ссылка, да, и там можно тут хэштег сделать, да, как я понял. Тогда, так, да? Над нами наш ППЛА. Противник высаживается в районе операции. Противник движется. Вы, ребята, такие гении. Берете контракт на убийство и не идете убивать. Цель уничтожена. Хорошая работа. А кто там берет-то? Надо кому-нибудь. Берет либо синий, либо желтый. Одно из двух. Не, ну я еще, я вообще на контракт не делаю, что хуй. СПБ, давай, блин, что-нибудь забирай. Корону, давай корону, что тогда, блин. Следуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. Над нами вражеский ППЛА. Обозначаю точку сбора. Вот такая вот я крыса. Я бегу, не умирай, может, я успею. Но он, наверное, не успею. Каша, бери давай это, ликвидацию-то. А, у нас разведка, блядь. Над нами вражеский ППЛА. Основное задание выполнено. Разведданные найдены. Все понял, шеф.
А, да, слышу, слышу. У меня микрофон отключен. Ждем начала боя. Разомнитесь пока. Приближается вражеский солдат. Противник движется. Они меня засекли. Наблюдаю цель. Отмечаю пункт маршрута. Парни, связь есть у всех? Говори, что говоришь? Игры связь закончились. Есть? Отправляемся в Warzone. Не понял, кто есть. Плохо слышно. Связь, связь. А, связь есть. Так, ну чё, куда? Ага, уже всё, ну да. Давайте вот на эту вот. Добыча. Контракт на ликвидацию. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. А на милитри чё, не хотите? Отметь точку высадки для команды, боец. Да мне похуй, я убиваю чисто, я не этот, не лутаю. Это кому-нибудь надо? Понятно. А, не-не-не-не-не. Давай на госпиталь, короче, подъем. Нашел контракт ликвидации. Да, блядь. Промазала, блядь, слепая пизда. Сейчас поднимусь, получу, блядь. Цель обнаружена. Разберитесь с ней. На госпитале нет никого, да, походил, как я понял. Да нехуй там делать. Цель уничтожена. Хорошая работа. А вот и цель. За работу! Все залутал я здесь. Короче, на горке все залутано. И где он? Он, наверное, всего скорее на даунтаун. Изи в верхушку или летим отсюда? Доплазкаю. Веду разведку. ППЛА входит в район операции. У нас вся команда разбрелась. Кто куда? Илья, ты где там? Далеко? Транспорт ждет. Я вон ярде. Я лечу. Я жду, пока меня вы убьете, там цель взяли. Сука, я подожду. Убивайте, идите. Поняла меня. Тебя там кто-то ругается. Да пофиг. Тот дочь хочет поиграться. А, ну давай, бери меня, полетели. А, у тебя тоже играет дочь в колду, да? Да. 6 лет. Так, чё, куда летим, давай? Ну, полетели на цель уже. Отмечаю внимание, ваши координаты отслеживает вражеская команда. О, а на меня тоже ликвидация, я только увидел. Так, так, так. Плохо, блин, это. Ну, в команде половина не русский, блин, половина русский. А как бы пофиг, это ж добыча.
Тут сильно не этот. Раз это, ну, когда команда друг друга понимает, игра другая получается. Отмечаю пункт маршрута. Ты летай, кружи сверху, я сейчас вниз спрыгну. Вооруженный боец. Цель уничтожена. Хорошая работа. Давай, подбирай, цель возьмем. А, ты вон, где? Нашел контракт. Давай, прыгай. Поеду пассажирам. Они меня засекли. Все. Чего творишь, скотина? Не помирай. Гарекс, help me. Гартекс. Все будет нормально. Один хотел подследить, блядь, сучара. Я его забрал. Аватарку у тебя вообще, бля, не всяк. Ну, посмотри сюда. Такая рожа, как у Гнебал Лектор, блядь. Пристегнитесь, я за рулем. Сяду сюда. Сяду сюда. Я под обстрелом. Кто это там такой? Противник высаживается в районе операции. Сука, на крыше. Чужой. На крыше. Маршрут отмечен. Вперед. Вооруженный боец. Так, живите кто-нибудь один, сейчас я прилечу, блядь, сучара. А с какой крыши? Вот, и он нокнул нас. Союзник начал кластерную бомбардировку. Наверху, наверху прям. Нахуя ты дал, блядь, нахуй по себе? Вы его забрали, там мудака наверху? Да блин, он походил на чита. Где он? Где он? Где он? Он там же сидит. А, вижу, 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 вижу. Никакие читы у него там. Не-не-не. У меня просто задержка офигенная, блядь. Блять, сука. Я бежал еще в ней. Одного забрал, еще внизу один. Здрасте, там уже 236 уровень. Фух. Пришло время расплаты. Нашел контракт ликвидация. Противник высаживается в районе операции. Чужой! Найди и заплати деньги. Меня ранили. Внимание, приближается вражеский боевой вертолет. Бейте его и захватите на лифт. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Да заебали, сколько вас тут, блядь. Бей, бей. Обозначаю точку сбора. Чужой. Ебать, убить не мог, блядь, лежачего. Три раза выстрелил. Блять, а никого рядом нету. Лежи, лежи, я сейчас впаду. Над нами вражеский бомбардир. Тут там, сука, шмаляет. Война еще не окончена. Они меня засекли. Это кто там? А, у меня же по мне вертолет не стреляет. Блядь! Тут еще мудак снизу бегает. Я думал, только одна вертушка, одного забрал внизу, один меня нокнул. Под тобой ходит, смотри. Да. Ну, бать, он что, убил тебя, что ли? Да, я дурак, это, прицел включил и захожу. Я бокат не видел. Да ну, от бедра надо стрелять. Папа, я... Пап, дай ребенку играть. Последнюю катку и будет ребенок играть.
На... А кто у тебя там? Дочь? Да. Нормально на игрушке предпочитает. Ну что, нравится. Противник движется. Противник высаживается в районе операции. Чужой. Блять! Я еще сейчас что говорил-то? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Ну это убил. Если ты убил кого-то, значит тот говорил. А, это он что-то он там прям это. Да, ты когда убиваешь, нет, он последняя понял. Фраза и вот. Он прям как будто обжегся. Да, я думал, он меня вылечит, а его убили. Я не пойму, откуда они стреляют. Хорошая работа. Нашел контракт ликвидация. Противник движется. Не, давай, короче, я лучше умру. Да. Чем сейчас все. Нахуя кто дул? А время все, время все. Времечко закончилось. Ну, хорошо. Хорошо поиграли. Ладно, давайте. Да, все, давай, удачи. Если хочешь, присоединяйся. Я могу тебя в друзья добавить. Добавляй. Все, я тебе там кинул запрос. Я только завтра буду играть, сегодня уже дочка будет. Уже не отдаст мне. Вообще поиграть не с кем. Так, секундочку, подождите прям это. 30 сек. Сейчас я зайду. Виктор, ну включи там микрофон ты. Да, я слушаю. Привет. Давай привет. Это, давай в команду забегай. Ну сейчас мне тут немножко осталось в катке. Ну я, короче, сейчас я играю это, ты выйдешь это, а мне предлог кинешь сразу. Хорошо, ладно. Угу, все, давай, жду. Только там это, еще может, давай в игре поговорим. Так, пока запускается, там кинешь, короче. Ты в игре, микрофон включи. БУ, говоришь? Я не знаю даже БУ-то, на БУ можно нарваться.
Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Так, так, так. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Блять! Чего творишь, скотина? Ранили! Контакт! Контакт! Аккуратнее! Приближается вражеский солдат. Разминка окончена. Ждите отправки в Warzone. Это все. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Боец, отметь точку высадки для команды. Это кому-нибудь надо? Ставить последнее. Это наше. О, я нашел вертолет. Нашел контракт ликвидация. Все, падаем на мильтри. Приближается вражеский солдат. Код, связь есть. Крыш. Лэйзи крэйзи. А, ну это же не русский. И шепит. Брат, микрофон вообще что-то прям тебя плохо слышно. Да, вот тоже все говорят, что-то плохо слышит меня, я сам не пойму, почему бы. Буду пилотом. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Иваныч, я завтра попробую у друга взять микрофон. Обозначаю точку сбора. На тест. Тут, по ходу дела, нету никого. Над нами вражеский БПЛА. Да надо лететь, он на цель убивает чему-то. А, чё, а внимание, союзник есть? Выполняет авиаудар. Вертушку ж я вот, да, взял. Я буду пилотом. Ага. Давай это подбирай. Поеду здесь. А музычку можно убавить, пожалуйста? Я буду пассажиром. Послушаем. Уничтожено. Хорошая работа. Так. Где у нас вертушка? Сяду сюда. Мы с вами. Может, он это ближе, не знаю, там, за аэропорт куда-нибудь, в гаражи. Вам это никому не надо. А, ну сейчас давай возьмем. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Мы с вами. Обозначаю точку. Отмена. Отмена.
А где? А чё, метки не ставим? Стреляем, а метки нет. Точки эвакуации отмечены. Долбить его! Вертолёт противника! По мне стреляй! Да пошёл ты! Вертолет противника. Так точно. Они меня засекли. Да ёбаный в рот, блять. Да, по нулям играю вообще. Ай, блядь, сейчас нокнусь, блядь. Все, все, блядь. И че вот, а, уже... Да они не идут рашить, я один, у меня брони нету. Противники в том районе! Идите в указанный пункт. Да ну, они меня засекли. Я за место бежать нажал прицел. Есть контакт. Я под обстрелом. Бля, давайте мы его убьем, а? Осторожно, мы заодно. Шов на месте. Ай-яй-яй, тр-тр-тр-тр-тр, блять. Время вышло, контракт провален. Враги, там, там! Я победу. Пункт маршрута отмечен. Вперед! Я снова на задании. Кидаю гранату! Ты чего творишь, скотина? Ай! Хорош по мне стрелять! Я под обстрелом! Ай! Хорош по мне стрелять! Смотри, куда бьешь! По мне стреляй! Читер он 100%. Убавь монетку. Ха-ха.
Вам это никому не надо. Эй, смотрите, машина. Да, из трех тяжелых и всех вылечили. Ноль фрагов. Мы сядем за руль. Так точно. Нет, надо отсюда бежать, тут нет, тут ничего не найдем. Далеко. Ну, 690 метров я брал. Цель там! Давай сюда, тут вроде с народом падает на парашюту. Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. Времени мало, скорее к цели. Да вообще пиздец, косой стал быть. Над нами вражеский БПЛА. Контракт выполнен, оплата подтверждена. Над нами вражеский БПЛА. Шов на месте. Приближается вражеский солдат. Да пиздец. Хуйло, блядь. Я так играю с нулем, вот. Вообще ужас. Да.
Забирайте все деньги, которые найдете. Нихера. В районе операции замечен вертолет противника. Сбейте его и заберите деньги. Играем так сами по себе. Вертолет прибыл. Готов забрать деньги. Под обстрелом! Пункт маршрута отмечен. Вперед! Над нами вражеский БПЛА. В районе операции высаживается противник. Транспорт покидает район операции с деньгами на борту. Груз в безопасности. Транспорт возвращается на базу. Ну, примерно что-то. Контракт выполнен. Надо. Хорошая работа. Противник высаживается в районе операции. Цель обнаружена. Разберитесь с ней. Да, где-то падает, а где, не знаю. Принято. Вертолет сейчас для внесения денег уже вылетел. Как мухи на конфетке не летят сейчас. Вертолет прибыл. Готов забрать деньги. Кот, давай сюда. Где-то там. Во мне стреляют! Да. Да, Иван, вчера был лучше намного. Вот если так каждый день играть с такой командой. Да. Вообще будет ништяк все нет. А то что вообще, ну, эта игра ни о чем. Так. Бегаем как раньше. А то что вот сейчас вот я вот даже и не знаю, ну, о чем разговаривать здесь, блин, одному-то. Ну можно просто рассказывать что-то. Ну, хрен знает. До 9 и хватит, надо маленько отдохнуть, да, что-нибудь с каналом поделать. Да. Чё-то нет никого. Виктор, давай сходи, я там тебя жду в игре. Виктор, ты здесь?
О, Виктор, давай. В игре включай микрофон. Ты в чё играешь-то? Я? Да, я не знаю. Ну, в добычу. Миша? Всё, погнали. Всё, давай, поехали. Давай. Убавь маленько. Так. Загрузите. Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. Виктор, ну что будем это, по контрактам или так? Или на фраг играть? Да, по контрактам, да. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Убегает типок-то, но я его вижу. Куда ты, друг, убежал? Бегун. Противник высаживается в районе операции. Ай-яй, как больно. Игры жалится. Закончились. Отправляемся в Warzone. Че, на миль ты падал? Добыча. Да? Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Нашел контракт ликвидации. Без разницы. Точку высылки давай, для падаем. Команды. Ликвидацию берем, а там полетели. Увидим, что дальше. Сегодня на остров Возрождения. КБ, блин. Раза на 2-3 игра. Противник высаживается вообще в районе. Ужас. Вообще никак. Твою мать, контакт! Все, меня уже выебли. Прекратите! Война еще не окончена. А, спасибо. Над нами нас была. Война еще не окончена. Чё это вообще не понял, чё это тут за типок такой всех гасит? О, а, он за стеной прям, да? Меня взяли в прицел! Обращаю точку сбора! Контакт, впереди! Всё, я мстю. Я там мстю. В районе операции высаживается противник, следите за небом! Противник высаживается в районе операции. Противник движется. Виктор, ты где, чувак? На базе был. Я под огнем противника! Нет, эти вот оружие. Это. Пистики двойные, не, это, ну, читерское оружие. Их надо вообще, блин, исключать из игры. Потому что, ну, в ближнем бою против них даже РПГ не поможет.
А у нас один вообще походил в ФК, его сейчас выкинут из игры. Или уже выкинул, стоит вдоль забора. Пришло время расплаты. Отмена! Противник он на самый прям на пике сидит. На вышке. Все, сейчас, короче, отмираю, его надо снимать. Не сидит уже. Отсиделся уже. Противник движется. Вооруженный боец. Да пиздец со всех сторон, сука, я башню. Нет, а у меня, блин, хреново, у меня FPS вообще пизерный, блядь. Координаты отмечены. Блять, я в башку стрелял чуваку, и ему было покер. Башку тоже с физикой щита, блять. А ты нашел с чего стрелять? Ну, а с чего? СПР-ка самая лучшая. Все. Я еще. А тебя откуда убили? Из соседнего дома. Нет, сука. Вот, говорит, сука. Я такая. Над нами вражеский БПЛА. Кидаю осколочную. А, ты там убил, да, его? Нет. Куда ехать-то? Нашла припасы. Не, ну тут был чел наверху. Я куда делся? Я походил, ну, это он, другой чувак у нас, гранат вынул. В районе операции высаживается противник, следите за небом! Варуш, по мне стреляй! Блядь, ты ебаный тварь! Вот, сзади двое бегают своих, никто не помог. На, да. А уже не близко. А близко опять будет, да. Шов на месте. Так, у нас контракт никаких сейчас нет, да? Где мы тут падаем? Короче, давай на деньги, давай. Внимание, на деньги. Они получают посылку. Да ёпту не мать, блять, я запутал с кнопок уже. Давай. Контакт впереди. Ага, какой ты, блять. В районе операции. На крыше, на крыше. Вооруженный боец. Внимание, союзник выполняет контакт. Да, блять, да как вот, почему, блять, у них столько патронов, блять, а? Да, блять. Магазин выследил, пока перезаряжался, он все стрелял в меня. Как будто, блин, у него там патронов 150 в обойме. Контакт, впереди.
Виктор, ты как играешь с этой? Это тайп вообще такая кривая пушка, блядь. С тайпом, я с ДМРкой. Я снова здесь. А, у тебя что, тайп или ДМР? А, ДМР? Да. ДМР. Вон падает. Внимание, они получают посылку. Не-не-не-не. Приближается вражеский солдат. Блин, он же вот куда-то сюда вот упал. Куда ехать-то? Движение. Забирайте все деньги, которые найдете. В районе операции замечен вертолет противника. Сбейте его и заберите деньги. Все, тяжелое ранение. 460 метров есть. Приближается вражеский солдат. Только я их не вижу, блядь. Здесь гранатомет. Иду туда. Эй, прямо здесь. И куда он упал? Он должен здесь вот был упасть. Над нами вражеский ППЛА. Техника противника. Ну, тяжелое ранение, нормально. Между стволов пролетело. Сверху кто-то. Не, вчера вообще, блин, с командой играли. Я не знаю, как будто всю жизнь с ними играл. А мы сейчас бегаем все в разнобой. Ну, в соло играем. Каждый игрок играет в соло. Виктор, он где-то вот около тебя прям. Так я вот ищу его. Я, короче, не вижу, у меня еще видюха прорисовка ничего делать с монитор тоже. Отмена. Че, нашел его. Мне даже бывает, я приземляюсь примерно. На крышу. Лечу на парашют, смотрю. Крыша вообще вся пустая. Приземляюсь. А он, оказывается, на крыше сидит. Наблюдаю цель. Ну да, бывает. Текстуры прогружаются долго. Прям я сказал бы очень долго. Сейчас будет лучше. Давай сейчас, короче, куда-нибудь это, нафиг, может. А, не знаю, куда, короче. Куда-нибудь то в центре карты можешь
Так, ну-ка я приглашу одного, может. Зайдет. Ну, феномен, без слуху. Приглашать, он не пойдет. Так, все, давай добычу. Тогда. Проверьте снаряжение и оружие. Транспорт готовится к вылету. Приближается вражеский солдат. Так. Сын, ты еще маленький, играть в эту игру. Разминка окончена. Пора браться за дело. Противник высаживается в районе операции. Это дискриминация по возрасту. Может, подрастет. Будет. А вдруг это киберспортсмен? Ну, пятилетний. Все, может быть. Нет, он 4-летний. Ну, я почти угадал. Да. Ну что, давайте на милитари. Задача проста. Подним. Добыть вот, больше денег, чем противник. Вот нашел это. Это кому-нибудь ликвидация. Надо? Отставить последнее! Все, впадим. Че, какую берем? Ну давайте вот это тогда берем. Где она? Вот это. Бля, и убрал ее. Сука. Иду! Я иду. Туда. Ай-яй-яй, как больно сейчас будет. Противник высаживается в районе... Я под обстрелом. Заработал. Берегись. В районе операции... Сука. За небом. Блин, а он где-то рядом прям был у тебя, а? Это он и зашел наш контракт наш убивать. Внизу. Противник высаживается в районе операции. Чужой! Так, я, короче, залазю наверх, буду вас крыть сверху. Приближается вражеский солдат. Не забывайте это только... А, блин, как укрыть сверху, у меня другой же... В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Я комплект с другой взял, я думал со снайпой бегаю. Чё, тогда я сейчас я к вам бегу. Да ёбаный ты стрит. Ранили! Бля, чё-то скилла перестал играть, вообще я с ней разлучился, бля. С чем? Скилла.
А то херачил на 200, на 300 с лишним метров с ней снимал. Бросаю оглушающую! А сейчас вблизи никак. Да ёбаный в рот, блядь. Убей его сначала, блин. Их двое. А Джаксон на нас, дробовик, его, короче, это, порезали. И здорово порезали. Он с трех пулек херачил, а сейчас с трех пулек он уже не херачит. Много оружия с этим. Точки оружия с бэкопси добавили, короче. И много оружия порезали, короче. В районе операции высаживается противник. Следите за. Ну там все оружие имбовое. Иду. А, что ты? Все оружие имбовое с бэкопса этого. Ну, на броне. Твою мать, контакт, контакт! Там снайпер. Я еще отомщу. Двое внизу. Над нами вражеский попала. Черт! Нет. Ну FPS, блядь, 35. 21, блядь. Здесь! Здесь! Союзник начал кластерную бомбардировку. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Так что ли? Да хрен знает. Фалкон. Да. А как этот дробовик открыть? Спас. Не надо открывать, он свободный. Что-то я не видел. Они меня засекли. Приближается вражеский солдат. Вставай. Хватит валяться, что валяешь ты. Давай не вдыхай. Иду! Над нами вражеский попала. Бросаю оглушающий. Попался. Кидаю гранату. Осколочная пошла. Контакт! Я шел ранение, добивай быстрее его там. Устанавливается вражеский солдат. Я еще отомщу. Над нами вражеский попала. Похоже, чуточки здесь, блядь. Да, есть. Там, я сегодня играл в обед. Один чел меня прям просто выносил, ну, где бы я ни летел. С парашюта, без парашюта. Вот.
Короче, ну, просто на прицел прям на меня просто примагничивался, и вообще, куда бы я его влево, вправо, сразу, он все просто на мне висел. Сука, даже высаживаться. Блин, почему с этой стороны выкидывают, блин? Вот чувак с ВХ гоняет. На 100%. Не упади. Они меня засекли. Вооруженный боец. И меня никто не поднимет, потому что тех убили. Бла-бла-бла. Куда ты, блин, лети сюда, на крышу. Да, я вижу там врага, ща. А, кто нас там говорит-то? Бла-бла-бла, и ты говоришь, да? Чего? А, вон кто, блин, а я не того добавил. Ты чего у меня стал? И вот 100% я падаю, где народ есть. Над нами вражеский попола. Приближается вражеский солдат. Так, сейчас я к вам еду быстренько. Тут враг вокруг бегает. На вас охотится команда противника. Вооруженный боец. Расслабляйтесь. Ты ну нахер, блять. Я тут чуваки с АИМ гоняют. Хер знает с какого расстояния бьют, блин, пока бежишь. Где все куда сидеть. Точку сбора. Чмо читерское. Че, убили на крышу? Не нашел его. Ага. Виктор с читерским оружием бегает.
ёбаный читер, блядь. Опять он меня... Сгоднил он, блядь. Видно, здорово, нормально. У самого как. Ты с ноутбуком что ли играешь 30 FPS? Не? Да. Нет. Я снова в деле. Комп. Intel Core i5 9 поколения. Вражеский боевой вертолет с деньгами. Сбейте его. Просто видео. 1050 Ti. Приближается вражеский солдат. Какая видюха, говоришь? 1050 Ti, ASP. Идите в указанный пункт. Расход. 16 гигов противки. Я что-то такую видюху не знаю. Как? GeForce. Ас, ну, Nvidia, GeForce. Ас. 1050 Ti. Чё? И 1050. 1050! Мне слышится 250. Не, да, 1050 Ti. Ну, слабенькая уже, наверное. 4 гигабайта, 56 мегабайт шина. У меня когда-то была она. Оператив, ну, только оператив хорош стоит. И, ну, и как бы и проц еще, ну, так, ну, и за i5, ну, такой, можно сказать, сам нормальный. Не помню, как там, 9900 или 9700, ну, блин, где-то коробку валять с ним. Ну, если i5, то 9400 до 9600. Не, у меня еще провисов, вот чувак с... Короче, передо мной стоял угрожа 34. Вот. И я его не видел, он у меня только потом прорисовался. Ну, когда он меня убил, тогда я его увидел. У меня сейчас вообще с FPS он прыгает. 31-29. Как ты вообще играешь в шутер с таким FPS? Вот так вот. Да, сейчас, конечно, цены дикие на видеокарты. Что-то прикупать новое вообще не вариант. Убейте эту, убейте там пол, этот придурок, блин. Сержант, убили. Все, я его лечу. А, и бла-бла убили. А Виктор у нас... Я только приземляюсь, убиваю сразу. А Виктор у нас оккупировался в доме. Виктор, ты снайпер. Я не знаю, что вы сместились туда. Я снова в деле. Иду. Я говорю, а что вы внизу бегаете? Вот. Помер. Почему читерская, блядь? Сразу прям снял это. Бла-бла, поднимешь, может, сзади ползаю. Меня убивают уже, все. Ресло, привет. Аккуратно. Парни, напишите, как связь. Я снова в деле. Нормальная связь. Нет, я в этот, в чат говорю. Ну, у меня стрим идет. Парни, что-то слились. Рецл, все хорошо. У самого как. Давай дальше. Виктор, а ты вообще, гляжу, из игры не вылазишь, да? Так, пробуем еще пригласить. Где он?
А, ну вот какую-то музыку добавили, ты будем смотреть. Комплекты что-то такие тут. А, от ДМР-ку надо открывать как-то, да, зачеты? Здесь не надо. Она из Копса, да? Из Копса. Значит, после. Так, что, давай полетели. Дальше. А оружие там, да, надо кого-то. Чем выше ранг, там больше. Угу. Рэпс открывается. Да? Все, давай, Репсу, удачи. Отмечать. Сейчас хорошее время. Вон, чуваки идут, отмечают. Старый Новый год. Отбой. А мы тут сидим. Задрот старый. Противник вне укрытия. Приближается вражеский солдат. Бля, как всегда, топливо. Ну, в тренировочном бою я начинаю стрелять чувака, когда уже все. Отсчет идет времени в последние секунды. Виктор, у вас там как погода, кстати? Морозы стоят. Сколько у вас сейчас? Что? Добыча. Сколько? 20, 30. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. 26 днем было. У нас чуть-чуть теплее. Ну что, давай падаем на это. А, приближается вражеский солдат. Ну, давай на флажок тогда, что ли. Ну, ты сюда же падаешь. Давай на флажок. Контракт разведка. Предоставьте это мне. Берем разведку. Разведку. Нифига себе, вертолет взорвали уже нахер. Нефтики. А чё, типа, на суперсор вообще никто не упал? Над нами вражеский БПЛА. По мне стреляют. А вот этот бред, он у меня показывал, ну это, на карте точка красная есть. Как будто он внизу, здание, а он наверху был. Какой-то глюк походил на карте. Заберите броню. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. Так, сейчас я к вам приеду. Чё-то я маленько тут. А чё, на суперстор чё никто не упал? Да вот я тоже всё охреневаю. Нет, там есть наверху, меня убили. Вон там, там, кстати, падает чувак на нами. Пристегнитесь. Основное задание выполнено. Разведданные найдены. Приближается вражеский солдат.
придется поработать шофером. Ты наверху, Виктор, или где? Внизу. Вооруженный боец. Приближается вражеский солдат. Приближается вражеский солдат. Над нами вражеский ППЛА. Отмечаю транспорт противника. Я повезу. Что, лоханулся я, блядь. Выйдите в посадочную зону. Над нами вражеский ППЛА. Ладно, я поведу. Союзник начал кластерную бомбардировку. Ладно, я поведу. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Сука, не вижу. Блядь, не пьет и все. Над нами вражеский БПЛА. Тут наверх убили. На козырьке там чувак бегает. Над нами вражеский ППЛА. Нет, это тоже хуй с читами. А мне показалось, я двоих уже. Тут два фрага сделал, а у меня ноль. С какого хрена там? А вот что мы здесь? Прием подтверждаю. Вертолет уже в пути. Вертолет прибыл. Готов забрать деньги. Отмечаю шар для внесения денег. Груз успешно покинул район операции. Деньги внесены. Хорошая работа. Прием подтверждаю. Вертолет уже в пути. Ты куда чешешь-то? Куда-нибудь вообще здесь нет никого. По
стрелять охота. Вертолет прибыл, готов забрать деньги. Вон на аэропорт падает, ну, пятый пожар. Сейчас вон я возьму, короче, ликвидацию. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Груз успешно покинул район операции. Груз в безопасности, транспорт возвращается на базу. Даже так играть, вообще нет никого. Лучше бы прям убивали бы каждый раз. Я в стоячую попасть не мог, короче. Внимание! Союзник выполняет авиаудар! Снял его, все. Ну, давно мы. Цель уничтожена. Хорошая работа. Над нами вражеский ППЛА. Бля, по идее, каждый раз стреляешь так же, блин. А сейчас вот попал на такую дистанцию, он стоял за ящик, у него башка полмиллиметра торчала. Я его снял. Нужна разведка! ППЛА входит в район операции. Так. Сейчас я залезу на пожарку, оттуда буду снайперить. Да. Внимание! У БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Двое в этом ангаре. Идите в указанный пункт. ППЛА. Ну, короче, в среднем ангаре двое. Следуйте к той машине. Отвечаю противника! Над нами вражеский ППЛА. Ой, как тут HDR-ки не хватает. Цель прямо здесь. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Подтверждаю. Иду.
Над нами вражеский БПЛА. Контакт. Передаю данные о цели. Я штурмовик 3. Вас понял. Захожу на цель. Меня ранят. Цели не поражены. Да. Авиаудар то не убил чувака. Он стоял рядом и все. Я снова здесь. Обозначаю точку сбора. Последний отменяется. Вооруженный боец. Заберите броню. Над нами вражеский БПЛА. Нет, у меня все из-за задержки стрельба херов получается. Я начал стрелять, ну, на опережение, а он вышел, у него даже не попал, он меня убил, короче. Значит, он уже вышел, меня вхерачил, вот. А мне показалось, я стрелял. Вы оторвались от преследователей. Хорошая работа. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Блять, вы по карте бегаете, за мной хуй гонишься, бля. Приближается вражеский солдат. Ладно, я поведу. Поеду пассажиром. Отмечаю координаты точки. Ладно, я поведу. Поеду пассажиром. Вообще ништяк. Побежал за ним, а его мины взорвало чей-то. Поеду пассажиром. Thank you.
Следуйте в отмеченный пункт. Давай дальше. Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. Я знаю, сейчас побегать, да? Со старой. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Отмечаю пункт маршрута. Блин, я вот первый убил Ройкс. Получается, я. Разминка окончена. Пора браться за дело. Блин, вот когда я играл, вот, ну, вот, со сборкой, вот старая у меня была, вот, килла и HDR-ка. Вот с HDR-а, блин, на 500, на 600 метров фигарил. Сейчас, блин, ну, метров 200 можешь лететь на парашют, не могу попасть в него. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Понял, выдвигаюсь. Отметь точку высадки для команды, боец. Вообще новые снайперки, говно, бля. Новые? Да. Нет, мне это вот... Пеллингтон, ничего, снайперку можно с ней играть. Поэтому летать, а? Вижу движение.
оружием, почему я не видел. Вот видишь, это у меня картинка не прорисовывается. Я не видел чувака. Над нами вражеские БПЛА. Цель прямо здесь. Hoş geldin Didi. Меня заметили. Vine kurdun benim üzerine. Nay. Ay. Я под обстрелом. Контакт. Впереди. Противник отмечен. Вижу движение. Отстань. Противник отмечен. Я иду туда. Забудьте. Вижу движение. У нас еще много работы. Я иду туда. Противник отмечен. Война еще не окончена. Вижу движение. Война еще не окончена. Амур. Заебись. Надо было сначала добиваться, да, его, а не лечить. Отметьте посадочную зону. Какой хрен я лечил? На. Проклятие. Авиаудар противника в укрытие! Нет, в следующий раз буду забирать сначала. Есть патроны. Тут какое-то снаряжение. They are coming. Противник отмечен. Контакт. Впереди. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Все нормально, держись. В районе операции высаживается противник. Задели, Вика. Вооружен. Мне нужно вернуться в строй. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Прекратить огонь. Сейчас. Я помогу! В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Уложила гад. Вижу движение. Трон! Я вот. Отмечаю цель. Спасибо. Это где? Я лиду, блядь. Алла, баба. Принято.
Тихо, вертолет для внесения денег уже вылетел. В расход. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Вертолет готов ко внесению наличных. Да, пацаны. Подними меня, Виктор. Ты где, далеко что там? Я ползу к тебе. О, хорида. Привет. Блять, меня снайпер целится. Груз успешно покинул район операции. Я ранен. Груз в безопасности. Транспорт возвращается на базу. Я иду сюда. Все будет хорошо. Держись. Убил тебя? Да, убил. Я снова на задании. Тут какое-то снаряжение. Отмечаю цель. Броню бы сейчас. Дабы. Брони нету. Противник высаживается в районе операции. Снимку сняли его. Приближается вражеский солдат. Противник отмечен. Я поведу. Вертолет противника. Меняю позицию. У меня наебнули. Да, я бегу. Из деревни. А, в деревню-то, да? Coming. А с деревни откуда? Куда смотрю? Противник высаживается в районе операции. Противник высаживается в районе операции. Цель прямо здесь. Вертушка.
Нет, сидеть на одном месте тоже не вариант. Целый бой сидеть на крыше. Внимание, на вас охотится команда противника. Над нами вражеский БПЛА. Вижу движение. Other side. Я иду туда, забудьте. Блин, кто-то стрелял, по-моему. Не знаю. Нет, надо Виктор куда-то это уходить. Нет никого вообще. Сейчас я проверю это здание. Кто на крыше есть, нет? Да заебались, наверное, у меня нету снайперки, блядь. Мокнули меня. А, снайпер-то откуда бьет-то? С деревни. Да, там что-то, да, значит, речь прикольно. На сопилке. Вертолет противника. Вертолет противника. Последний отменяется. Вертолет противника. Все, убил. Ну, кто к вам прилетел там? Тебе бежит. Противник движется. Машина садится. Белку снял. Вы оторвались от преследователей. Хорошая работа. На втором этаже стоял. Ну, я сейчас попробую. Нет, у меня прессовки нет такой. Я не достану. У меня здание как. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Картонки, блин. Kes you daddy. Arch funny. Да,
آخ کوده رو نفتم به سر خودم. Fuck myself. Ой, у меня только 5 показал после. На, держу. Захватите все наличные в данном районе. Вражеский боевой вертолет. А, 5 показал, что, блин, у меня мину взорвало. Тупорылый. Надо было 2 мины поставить, я оба в исходе. Меня ранили! Отмечаю транспорт противника. Ящик снабжения отмечен. Захватить его. Тут какое-то снаряжение. Всем внимание! В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Да ладно, не попал ни разу. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. Синку дал ему. Начинает разведку. Кому? Где? Кого убил я? Или что? Кто кому дал синьку, не знаю. А, окей. А где шляпу? А, слайд надо. Блин, а чуваку втором зуме фигарил в башку. Есть. успел. Пункт маршрута отмечен. Вперед! Да. Ну, короче, я... Это у меня был 8-й старт. Goodbye, Russian guys. Иваныч, я ж пока учусь. Все будет, придет. Да, сейчас еще боёк один сыграю.
Да, покушаем чай, да, чуть-чуть. Ждем начала боя. Разомнитесь пока. Гарри, метку поставь, куда запрыгать. Отмечаю пункт маршрута. Ох, ебать, я прыгнул. Противник устраивается в районе операции. Нихуя он охуел. Без разрешения на посадку, нахуй. Иди второй такой же, блядь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Третьего не осилил уже, шо... Ага. Фух. Не, я уже 4 часа почти играю, у меня уже просто башка едет, знаете. Я, брат, вообще уже ничего не соображаю. Нормально, уже, не, уже нехуй тут убивать и все. Включай, блядь, режим убивашки. Это всё, ты давайте черная, повоюем, там. Пацаны. Давай, нафиг эти контракты, давай повоюем. Или вы контракты хотите? Не, ну... Добыча. Ну давай повоюем. Задача проста. Добыть больше денег, чем... Давайте вертолет отберем, не дадим улететь вертолету. Ну он так он нам не нужен, просто его там война сейчас будет. Сейчас его отхуесосим просто. Ну, все. Какая гранатомет пока возьму. Ну все, давай, забираем вертолет. Всех с наступающим, пацаны, Новым годом, старым. А, ну да-да-да, со старым, да. Да, кстати, там всех с наступающим. Иваныч, тебя в том числе. Бля, Гарри, это ты нахуй заебал, бля. Куда тебя ты разбился? А где тут охуительный? Бля, никого нету. А, никуда не летим, короче, да? Я понял, всё. Да, пусть они сейчас придут сюда. Так, это вот если полетим, сейчас начнем собирать. У него деньги можно скинуть. У кого деньги есть, я могу шар дать. Оп-оп! Дробовик, кто-нибудь заберите. Ёпта. Блять, синьку дал, ёптина. И зачем ты лёг, не знаю зачем. Надо было сразу продолжать стрелять-то. Нет, это уже всё. Это... Мозг не соображает. Полетит, заебись, летит. Летит, да. А мозг не соображает уже никак вообще. Ху, так, над нами вражеские попала. Бля, броньку пошел я искать. Так, что там, кто у вас есть? Летят, гости. Блять, не долетел, да ёбаный рот. Припас отмечены. И главное дело, никто вертолет не забрал. Да, могут так вот приземлиться и улететь быстренько. Нет, не будет. Быстро... Не полетит. Нет, так не получится, не сейчас. Не, все, хватит, там уже это, блять, ошметки полетели с вертолета. Я его ёбну. Молодец. Не спиздили враги, блять. Ну, правильно. Отмечаю цель. Враг начал кластерную бомбардировку. В укрытие. Блин, а как мне наверх забраться к вам? Вооружённый боец. Внизу там, поняли? У нас лазит собака. Злая? У него фар. А, он уже все, да? Отлаялось? Давайте, парни, куда-то продвигаем. Сзади, сзади меня, блядь. Твою мать, контакт, контакт! Прикройте
Прекратить огонь! Чужой! Пора! Я ее хотел, сука, допить. Враг начал кластерную бомбардировку. В укрытие. Принял. А где? Транспорт ждет. Отметьте посадочную зону. Идите в указанный пункт. Гарики. Прием подтверждаю. Птичка для внесения денег уже в пути. Нет, тут на TV-стейшене сидеть весь бой, мне кажется, это будет очень скучно. Не-не, надо съебаться. Там это скучно. Кину. И людям скучно, всем скучно. Фу. Виктор, а ты сегодня вообще наличие. Собираешься до скольки играть? Да хуй его знает, часиков на дух. А сейчас во время сколько? А, у тебя на 2 часа вперед, да? Ага. Ну, то есть, по-твоему, до 12 лет. Да, ну, я, короче, перекур сейчас сделаю, а там после еще зайду. Ты там никуда не девайся, я тебе, это, пригло скин там. Просто я уже 4 часа играю. Дергаться, что стало. Груз безопасности. Нет, я вообще никого не вижу. Не а на... пошлите, пошлите куда-нибудь. Не на стадионе нет никого. Двигаем к этой машине. Вот летают около даунтауна вертолет. А всех лагает, не? Да, у меня тоже. Да, было. У меня что-то... Да. Я тоже. У меня вообще какие-то эти, блядь, вспышки перед... Это, идут передо мной. Все Мира. Такие так подергиваются чуть-чуть, да? Да-да-да. Ну, документальный фильм начался. Да-да. Блин, куда ехать-то? Поеду здесь. Так, а чё, куда едем-то? В аэропорт поехали! Ну, меня возьми тоже, я тоже там. Это будет Майами. Пиздец, все дергается, да? Да-да-да. Да, у меня тоже всё. Так, надо вот этому тоже чуваку закинуть. Ну. Внимание, пацаны, там ваши это... координаты следует вражеская команда. Я вам это там кинул приглас это. Придите. Я добавил. Ага, все хорошо. А как ты это делаешь? Я понял. Escape нажимаешь. Через escape. Да. Ебать, откидывают назад, нахуй. Ебать, откидывают назад, я уже заехал, а меня назад выкинуло. Вообще ужас. Пипец. А чё на стриме там происходит? Вообще, наверное, жесть. Да ебать. Короче, я чё увидел? Мы ещё до знак не доехали, а знак упал. Ебать, меня выкинули. Пацаны, хуйня творится. Откидывают, пиздец. А давайте встанем, может это разгуляет сервер-то. По мне стреляют! Я ранена! Аж вылез. Они побежали тут туда, короче. Над нами вражеский БПЛА. Вот, отпустило. Противник движется. Нет, все равно. Нет, это... все равно, но дергай, да. Просто, ну, на машине сильнее, конечно, все. Ебать, я с МП-5, пацаны, блять, куда типа вырубил? Фонарь хуйнулся, третий, короче, сейчас. Ебать, я хуй его знает, сколько метров. Смотри, вот здесь она. Я видел, он там за полголом. Я тоже один раз ты... снайпы вообще стрелял. Снял чувака на 690 или на 890 метров, не помню точно. Противник движется. Над нами вражеский БПЛА.
Они меня засекли! Просто пиздец! На нахуй! Аккуратнее, дубей! Да вы их раз ебашили! У меня лагает, короче, вообще ужас. Да, у меня тоже лагает. Жестко имя. У меня и так проблемы с FPS вообще ужасные. Над нами вражеские. Тут еще лаги эти. Там у меня у самого сейчас вот 50, 60, 70 FPS, ну, да, еще да, и да, да. А у меня глючит. Когда 40, я радуюсь. Опа! Со спины на заборе там. Меня за забором собак. Трое. На мне трое. Над нами вражеские попала. Сваливайте оттуда. Ну вот. Ебать, тут их. Вот чувак стоял, видите, а меня даже он не привисался. Я его не видел, он стоял рядом со мной прям. Облови! О, сейчас нас другую локацию загинет, да? Ой, как обычно, выкидывает куда-то. Блять, выебеня какие-то. Отмечаю транспорт противника. Когда война начинается, я сразу, да? Да-да-да, начинается глюч. Еба, я чувака лоцнул, нахуй. Над нами вражеские попала. Слон, у тебя такое настроение прям. Если всегда на таком позитиве бегать. Так еба, я его спойл с этого. С гранатомета нахуй, он на машине был, я его ебанул и тачку у него спиздил. А там второй на вертике прилетел, пиздец, сука, лохи. Чувак мимо меня проехал, даже меня не заметил, что ли мне? Нет, тут, чтобы первое место занять, надо собирать, короче, бабло. Бегать и лутаться тупо, блядь, все. Да знаю, блядь, что тут такая. Было такое, что хуярили раз, понял, по 18-20 килов, нахуй, почти лям 800 на втором месте. Тут, блядь, бывает так, засобирают бабки, типа. Да, а вон чай вот с нами играет. Фелкон. Вот, он играл, наверное. Ты, Виктор, играл это, вы насобирали 2 с лишним лям-то. Да. 2200. Это тем было. И второе место было. Ай, второе место было? Да, 2200 второе место было. Охуеть, да? Эту крышу самое охуенно занимать. Эту, да, только тут сейчас никого нету, видишь? Вообще, ебать, ее, если что, вот так вот, самое охуенно. А мне вот эта крыша нравилась, вот я метку поставил. Сбора. Вообще отмена. Ништяк было. Тоже не, нормально работать. Да, еще не хуёвая, но там нахуя входов. Ну да. Там. Вот нижний вход, это вот если маленько проебал, то тебя точно улучшит. Да, я не могу научиться, сука, хуярить. Не, а чё вам там, нормально троём-то? У вас что там, идиллия, святая троица, что ли, собралась? Пункт маршрута отмечен. Вперед. Ох, ебать, нихуя себе там. Откуда? Парик, подожди, надо было мне спать. Захватите все наличные в данном районе. А метки можно было поставить? Вражеский боевой вертолет с деньгами. Сбейте его. А я не знаю, даже не видел. Мне кажется, он отсюда где-то был. Он оттуда. Вперед, принятый. Полезли туда к ним. Отсюда вы? Координаты приняты. Да. С треуголки. А, с треуголки. Вот. Чужой. Вижу деньги. Ну чё, когда я туда начинаю целиться, там никто не вылазит. Там
там Гарик внизу, вон они бьют этот. Внизу прям тебя, сейчас я прилечу туда их разъебашу. Да блядь. Я одного снял. Здесь вот за броневиком. Обозначаю точку сбора. А, я тоже еще одного, там еще один поднимает. Вижу движение. Авиаудар. Ой, хорош, там еще один есть. Слева. Я держал сделал. Пока. Второго убил. Я тоже убил, ну, все равно считаю, да. Серега, к тебе идут. Ко мне? Понизу. Подо мной прям. Прям подо мной стоят. Гарик, у нас двое! Чужой! Ворачивай. Я его почти, я ему уже синьку снял нахуй. Под нами еще есть тип. Блять! Меня чуть инфаркт не вальнул. Ой-ой-ой-ой-ой! Ослепили, блядь. После броневика. Тиньку снял, ебать, что как... за хуйня нахуй? Я снова снял. Монитор маленький, нихуя не вижу. А какой у тебя маленький-то? Да на работе, я на работе, на сутках. А дома какой? Приближается вражеский солдат. Дома 27 дюймов. 27 это легко. 24 сам оптимально. Для сутра. Так, ну что, давайте еще боёк сыграем, я отдыхать. Давай, давай! Я рекриента убил только что. Сейчас я вам... кину вам приглашу. Рекриент! Давай, кидай, да. Кого ты убил там? Да я шучу. Это рекриента? Ага. Это мой кумир в этой игре. Блин, как он играет, я вообще не знаю. Так это я его учил, ёбан. У него... А, ну понятно. Моник сейчас. 400 с лишним герц у него. Моник новый сейчас. Да, да, да. Там сам... Такого еще ни у кого нету там. Да. Самый мощный тип. Видюх сам топово. А где? А где они? Они ж добавились. А кто с нами играл-то? Не помнишь, как никит у него? А, слон. Один слон. А другой кто? Виктор. Слон, тут? А, да, тут. А кто у нас там еще был четвертый? Забыл ник-то. Крымский, я его пригласил, вот, кинул ему. А. Угу. Все, я ему тоже кинул, да, да. Я что-то просто забыл. Во. Так, ну все, давайте, последний бой, и все. Я на отдых. Вадик, катку нормально подпиздячим кого-нибудь сейчас. Егор, вылазь, бегом. Просто
где она? Я ее там не вижу. Она в морозилку не поступала. Так зачем в морозилку? Так я не знаю, где они. Пожалуйста. Ну я не знаю, где они, серьезно тебе. Проверьте снаряжение и оружие. Транспорт готовится к вылету. А меня сзади пьет. А? Сразу. Бля. Солнышко, принеси, пожалуйста, попить. Все, слагало. Противник высаживается в районе операции. У всех вылетело? Да, меня тоже выкинуло. Егор, где мы, Вася, я сказал. Это чат, Егор. Сразу возьмем полотенце. Шлёп. Я все здесь? Я, да. А мы, походу, вдвоем тут, что ли? А нет. А, все здесь? А я что, блядь? Виктор, чё молчишь? Нет. Слона нету, и Виктор тоже улетел. Они, походу, там в том бою остались, наверное, да? Нет. А мы с тобой выкинулись. Слон тут? Нет, он бы уже лялякал бы. Ты же его не заметил во время игры? Комментарии. Сейчас ему на мобилу позвоню. А, это твой, что ли? А? Это твой чувак, слон, да? Да, да, Гарри. Я его ну, мы друг друга Гарри называем. А Виктор твой, да? Ну, да, играем с ним. Я понял, давай. А слон... Он перезаходит, выкинуло. Угу. Клей, слышишь? Да, да, да. Как тебя зовут? Меня Серега. Меня Саня, приятно. Угу, взаимно. Серега, ну, Клей проще говорить, наверное. Ну да, 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 то запоминать надо просто. Римский, Саня, блин, Клей, Серега. Вот. О, Виктор пришел. Сейчас слон заходит тоже. Угу. Виктор, у тебя вообще играешь в улицу полностью, да?
Нет, я один остался в самолете. Сейчас он что зайдет? Там что-то перегревается. Все будет нормально. Егор, давай быстро что я сказал. А, бабушка. Давай. Дай. Вот в феврале дадим. Сейчас эти праздники, какая борьба. Сейчас он все заплатит. Чем прыгнул? Зашел? Не зашел? Мины? Нет, не зашел. Чувак, это, что там, заходит? Ага, все. Ты куда делся? Выкидывала нахуй, ребят. Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. А слон покинул нашу команду. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Хватит тренироваться, пора в настоящий бой. Ну ничего такое, да? Крымский? Алло? Да, у тебя там друган убежал. Да? Алло, Ари. Нет, я вот в игру зашел. Да. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Что, давай на госпиталь. Давай, я сейчас тоже выйду туда. Нашел контакт ликвидации. Слышь, пацаны, у него ошибку пишет, короче. Я выйду тогда, чтобы он не обижался. Давай, счастливо. Давайте. Ну вы это, если увидите, что мы там, ну, зовите тоже. Ну понятно, понятно. Да, хорошо. Я ранен! Странно, последний бой.
Не понял, как будто холостыми, блядь, стреляют, сука. Отмечен контракт разведки. Авиаудар противника. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Я все равно сильный. Все, получил. Накормила чувака. Вражеский солдат. Проследуйте в отмеченную зону и защищайте периметр. На вас охотится команда противника. Не расслабляйтесь. Приближается вражеский солдат. Я еще жив. Тебе там падает, то сюда падает. Отмена. Над нами вражеский БПЛА. Отмечаю пункт маршрута. Не получилось чувака перестрелять. Сам я, короче, мышку двигал, тупо стол кончился, блядь. Пришло время расплаты. В районе операции высаживается. Контракт выполнен. Разведданные найдены. Ты что там встал?
Я иду. Читерская. Это хуйня, я ничего не понимаю, блядь. Это хуйня происходит. Все, последний бой заканчивай. Пришло время расплаты. Так, чё, давай, короче, чё, тут уже всё, отмечен устали, давай разведка. Полутаемся. Может, что-нибудь наберём, а то, мне кажется, на последнем месте вообще. Ну, чувак падает. Ну тут главное дело собирать надо, бабло. И все. Убиваться. Можно сказать то же самое, что PUBG. Нужна разведка! В районе операции высаживается. ППЛА входит в район операции. Приближается вражеский солдат. Над нами вражеский ППЛА. Пиздец, блядь. Над нами вражеский ППЛА. Не, смотри, не рубайся, где тут? Вход второй этаж должен быть. Противник высаживается в районе операции. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Кто-то вымцепит. А хуй тут четверня одна нахуй. Да ёперный театр. Я всю свою ошибку никак не могу, блин, изучить. Я слышу чувака, ну что он уже бежит. И жопы к нему вот поворачиваюсь. А жопы к врагу поворачиваться нельзя. Не туда. Вражеский солдат. А, сука, бесполезно, блять, только сил нахуй пиздец, блядь. На мне, чувак. Одним врагом меньше. А, ну я плюбаш, даже если я тут загасил бы. Бахарову. Блин, вот все делаю, блин, вот, ну, одним смотрел врагом видео, меньше. Вот это вот. Рекрента. Он все объяснял, ну все то же самое я делаю сейчас. Не получается. Вообще, вот, ну не прокатывает этот хрен.
меня попали! Блять, со всех сторон, сука, бесполезно, блядь. Чмо читерское. Вот это реально. Ну что так гоняет. Противник высаживается в районе операции. Умирай, что там валяешься? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Прям в лету в башку вхерачил чуваку. Там снизу он упал. Блять. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Идите в указанный пункт. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Вооруженный боец. Чужой. Ну что, Виктор, спасибо за игру. Давай, пока. Я, может, сегодня зайду, пока 12.
Так, открыли чертеж новый. ППшка, браво. Так, все, парни, всем спасибо. Все, да. Всем пока. Спасибо за просмотр.